4000 минут уже. Закрыть там. Смотрите, какое дерево.
вкусно. Какие-то ягоды висят. Непонятно, что это. Да. Но я здесь сам не везде был. Здесь старая марина, вход там для яхт каких-то. Угу. Для кораблей каких-то, черт его знает. Thank you.
Ну, видите, крепление от орудий. Вот они. И там по рельсине она, видимо, поворачивалась, эта установка. Еще, видишь, гладкоствольные были орудия. Представляете, каково здесь зимой, когда ветер, снег с дождем. Нравится, Оксан, здесь? Да. Ну, плюс еще свободного прохода, когда нет, и вдвойне приятно, да? Нарушение закона, оно всегда поэтично. Ради этого и живем.
Слушайте, я не ожидал, что здесь будет так жарко. Да. Я думал, будет холодно почему-то. А если было бы солнце, то вообще бы сдохли. Здесь же можно было делать что-то типа Новой Голландии, по сути дела-то. То ли казармы, то ли что здесь было, я сейчас не помню. Вот это явно старые такие арочные, да, своды. Старая постройка. Прикольно, да? Это странно, кирпичей старых я здесь не вижу с клеймами. Что-то не знаю так. Может быть, я здесь есть, но не вижу я. Что мусора много. Вот стенд. Надо будет сфотографировать его, почитать.
такая отделка, да, горизонтальная, напоминает, что она гранитная на самом деле. Напоминает Петропавловскую крепость, что такой элемент, да. Ну, это, конечно, новые кирпичи заложены, вот это вот, а это старые, ни одного клейма нету. Эхо здесь, да, интересное? А вот плитка старая на полу, здесь какие-то вот знаки, СТ. Эта плитка еще, она старая. Давайте обойдем вот эту постройку с той стороны, а потом поднимемся по той стороне, пойдем там, где море. А это дерево, это бузина, да? Или это красное цветет? Да. Можно и репейников нахватать, конечно, потом вообще не вычесать будет. Вот же круглое окно такое. Заморочились, сделали ведь. Смотрите, старый камин был. Ну, печка, может, старая. И здесь с клеймами кирпичи. Интересно. Ну-ка. Тут это кирпич. Нет, без клейма.
можно к берегу подойти, а потом вот так вот подняться и пройти. Да. Да, булыжники-то наверняка старые. Ну, на проволочке ржавый держится, а так нормально. Как бегемотики. Вон, посмотрите, какая старая кладка вон там, вдоль воды. Но это все вода, Сергей. Вот это все вода, она колышется. Вон, смотрите, там. То есть туда к этим стенам не подойти, затоплено все. Здесь вода. Здесь же какая-то то ли пристань, то ли что, я не знаю, было. Да, да, а вон там, посмотри, дальше. Здесь я не ходил ни разу. Ну, ты камни-то, да, старые. Вон, смотрите. Там кувшинки цветут, или кто там они. Да. Точно обманчиво. Но я предлагаю дальше не идти, обратно подняться и поверху пройти теперь. Что здесь смысла нет, наверное, туда дальше идти. Ну, я бы хотел потом поверху пройтись обязательно. Там тропа такая интересная. Да, да, да. С разбега туда. Разбежаться и прыгнуть. Там вроде как что-то стоит, какая-то постройка, можно посмотреть. Смотрите, камни в два слоя положены. Вот нижний слой, да? Угу. Вот этот вот. Да, да. И там еще. Угу. То есть я... Здесь как набережная, да, какая-то? Да. Причем гранитная. А, здесь...
Целый? Да не таскаться куда мне? Что мне накачивать? Не, пока не надо. Ну что, пойдемте обратно, там поднимемся и поверху пройдем, да и все. Пока мы далеко не отошли от того места, недалеко возвращаться. А здесь уже пропасть, вон там.
Там мы сможем пройти или нет? А вроде там тропа есть, да? Если что, вот здесь вот есть тропа. Либо там.
Ну, сверху просто, да? Да, я там прогулялся тоже. Сейчас я посмотрю. Может, пройди. Нет, здесь хорошо, кстати. Здесь такой бетонная вот эта вот дорожка. Угу. Ты сюда бы добрался. Сейчас. Кадр, главное, красивый получился. У меня и эта сторона, и эта сторона получилась. А-а-а. Ну, надо спускаться вам. Солнце все-таки вышло. Нет, не калина. О, тут бузина. То ли что там. Вот, да. Слушай, я не знаю, там можно ли пройти. А где вид-то? Вы говорите, вид красивый. Вот отсюда, смотри, Толянчик. Вот отсюда вот я снимал. Ага. У меня попал в кадр. Не знаю, куда. Вот здесь. Вот отсюда. Я попал в кадр. И та часть залива, и эта. И как-то вот так вот. А, да. Как бы вот оно... Именно здесь, там уже деревья загораживают, вот на той плите. Угу. А на этой как бы вот так и да. Так. Вот у меня такой большой кадр получился, красивый. Не, ну сейчас здесь спустимся, конечно. Да, дальше мы можем. А как поднялся, вот здесь или там? Там. Не, здесь можно спуститься рядом, а, там ступеньки. Комнатка, а я здесь прошел уже. Да? Да. А там снизу.